Здравствуйте. 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 В общем, сейчас я когда затягивался, начинали пузырьки попадать. Итак, у нас сегодня обзор на Бухич ревью на медовуху Orange Session. Как писали наши коллеги из Топкрафта, это медовуха с медом. С каким медом? С пчелиным медом, в которую добавили апельсин и сразу же разлили. На самом деле это немного не так, потому что, во-первых, на запах здесь сразу чувствуется анис, а если вы любите абсент и самбуку, вы знаете, что такое анис. Я вообще удрение правильно ставлю? Анис. Онис? Ну, сомневаюсь. Ну, хотя хуже. Анус. Анус. Кто как хочет, кому как больше нравится. Вот. И также здесь присутствует корень имбиря. А еще дрожжи винные. Можете оценить, пожалуйста, вот эту текстурку. Видно что-нибудь вообще в таком ощущении? Вот. Выглядит на самом деле просто как апельсиновый сок. На запах анис. Немножко с примесью какой-то фруктовости. Но на вкус, если вам не нравится анис, то все равно можете попробовать, потому что на вкус вообще аниса практически нет. После вкуса такая слегка пощипывающая нотка имбиря присутствует. Ну, естественно, апельсиновый сок с медовушкой, он классно сочетается. Немножко кисленькое, немножко сладенькое. Вот, что еще? Здесь, короче, 6% АБВ. Вы знаете, что такое АБВ. И да. За 295 рублей. Это охуенный. Не эксперимент. Хотя да, почему бы нет? Это эксперимент охуенный. Можно попробовать. Может быть, даже кому-то понравится, и вы будете частенько покупать такую штуку. У нас ее можно только в Топкрафте купить, у вас не знаю, где там живете. В любом крафте можно поспрашивать. И я поставлю вот этой вот штуке... Сколько? Мать, сколько мне поставить, чтобы ты поставил меньше? 6,5, ставь. Нет, стой, я меньше не факт, что поставлю. Ну, да. Семерочку ставь уверенно. Просто мне довольно-таки... Заебато зашло. Высок шанс, что я сам семерку влюблю, ну ладно. Не, реально, в целом, я бы типа даже выпил литр этого. То есть, вполне. Прям очень приятно пьется, классно, вкусно. И на запах вот, немножко не так, как на вкус. Вот. Но медос не больше, чем он? Нет. Эффекты из индийского фильма подъехали. Иван. Ну, на запах, на самом деле, вот реально, если вы понюхаете там самбуку либо абсент, но при этом вам не будет ебашить в нос спирт, то это будет оно. Да. Плюс, ну, лекарство какое-то, возможно. Но это и есть анис. Часто ассоциируется с этой штукой. По поводу выпить литр, я бы не погорячился так сильно, потому что вкус довольно специфичный, и если вы будете пить его литр, скорее всего, вам приветствует. По вкусу что тебя... смущает. Ну, блядь, анис меня смущает, судя по всему, если это он. То есть ты его во вкусе чувствуешь, да? Вот этот какая-то вот апельсиновая слегка ест, она хорошо вот так забивает, но вот все равно там есть, чувствуется. Но вкус достаточно интересный, чтобы, ну, блядь, как, ну, реально интересно. Вот я так охарактеризовал, что это приятно пьется, на самом деле. Много нет. Вот реально, в порядке эксперимента выпить 0,5-ку само то. Uh-huh. Весьма, весьма необычно и вкусно. По поводу оценки, ну, наверное, все-таки шестерочка, потому что этот ебаный низ, ну, он, сука, он есть. Ну, на любителя, да. Да, то есть это такой, нравится, зайдет, отлично. Не нравится, не зайдет. Ну, как бы здесь такое. Слишком вкусовщина, то есть не могу сказать, что я там садина бомжа, фу, не берите, нет. Это тот случай, когда вы либо любитель, либо нет. Спасибо, Иван, за ваше мнение. Есть что-то добавить? Вроде бы есть какие-то намеки на кислинку, но нет. Ну, она как-то очень быстро проходит, и оно не бьет, и получается в итоге приятно все равно. Ну, то есть довольно сбалансированный напиток, я бы так сказал. То есть нету такого, что тебя прям хуярит чем-то в лицо.
приятненько. Шестерочка, шестерочка. Шестерочка, до свидания, спасибо вам за ваше мнение. А, идите нахуй, точно. Идите нахуй, до свидания.